Значит, дорогие коллеги, кто не выступает, выключите, пожалуйста, свои микрофоны, вот, потому что, ну, мало ли какая случайность выйдет, и мы будем слушать вас тогда, когда не надо. Выключаем микрофончики и начинаем. Вера Аркадьевна. Пока не выключают, значит, у нас французский семинар. Ольге Евгеньевне огромное спасибо. Ольгу Евгеньевну представлять, я думаю, не нужно. Но были вопросы, где она? Она профессор университета в Нарборе, и там же и находится. Вот. И она вдвойне героиня, потому что, во-первых, она вообще встала очень рано по тамошнему мичиганскому времени. Во-вторых, она вчера немножко плохо себя чувствовала, но и это преодолела ради того, чтобы нас не лишить своего выступления. И за это ей еще одно спасибо. Вот. А кроме того, значит, для удивляющихся тому, что на французском семинаре рассказывает про Лескова и очередного странника, ну, я, конечно, Ольгу Евгеньевну апроприировала, но в хорошем смысле слова. Вот. Но есть привязка. Если бы не было привязки с фенилоном, о чем мы и услышим в подробностях, то я бы не осмелилась и уступила бы с болью душевной Ольгу Евгеньевну семинару Евги. Но раз есть фенилон, то я позволила себе, значит, это привлечь к французскому семинару. Ну вот и все, что я могу сказать пока. Вот. А теперь я выключаю микрофон, а Ольге Евгеньевне, пожалуйста, слово. Большое спасибо, огромное спасибо за приглашение. Про фенилона я буду говорить в конце и очень мало. И как раз я очень рассчитываю на помощь коллег, участников французского семинара. Может быть, вы мне подскажете хорошие ходы в этой части моей работы, которая меньше действительно проработана, чем остальные части, хотя доклад, который я прочитаю, который я сделаю, он, в принципе, в работе, он еще не закончен. Хотя некоторые положения доклада, некоторые идеи доклада были уже мною высказаны в печати, и здесь я их развиваю в новом контексте. Доклад – попытка ответить на вопрос, который меня давно занимает и в последнее время занимает особенно. Как русские писатели второй половины XIX века, особенно писатели первого ряда, воображали, осмысляли, рассказывали Российскую империю в то самое время, когда империя стремительно, буквально на их глазах расширялась и трансформировалась. На рубеже 1860-70-х годов в очень короткий срок, буквально за несколько лет, Россия завоевала новую провинцию, которую вскоре назвали туркестанским генерал-губернаторством, сначала туркестанской областью, а в просторечии туркестанским краем. Русский Туркестан охватывал территорию трех крупных среднеазиатских ханств – Коканда, Хивы и Бухары – с непосредственно прилегавшими к ними обширными землями. Появление огромной колонии на политической карте России повлекло за собой широкие дебаты в российской прессе. Прежде всего потому, что пространства, завоеванные в 60-е и 70-е годы, в начале 70-х годов, послужили плацдармом для дальнейшей экспансии России в Центральную Азию. И эта экспансия растянулась на 3 десятилетия, она продолжалась вплоть до начала 90-х. И, как часто бывает в имперских проектах, было совершенно непонятно, где остановиться в этом завоевании. Насколько рационально продолжать углубляться в Азию, это обсуждалось с самого начала захвата среднеазиатских земель до 90-х годов. Об этом шли постоянные дискуссии. Много вопросов возникало и о том, как управлять новыми землями. Кроме того, эта военная кампания сопровождалась изменениями в управлении другими провинциями России, землями, которые империя Романовых уже давно контролировала. Для моего доклада особенно важно, что завоевание Средней Азии сопровождалось консолидацией царской власти в Казахской степи, присоединенной к Российской империи до захвата Туркестана в течение почти всего XVIII века и первой половины XIX. Консолидация царской власти в степи означала много инноваций, в частности, перемена политического курса в отношении ислама от толерантного курса и даже использование ислама как инструмента царской власти. Эта политика была установлена еще Екатериной II,
менее терпимому отношению к исламу во второй половине XIX века. Иначе говоря, в те же годы, на рубеже 60-70-х годов, когда шло завоевание Туркестана, осваивались новые стратегии управления в казахской степи. Территория, занимаемая казахскими племенами, широко обсуждалась, и империя менялась на глазах. Все эти события занимали русское общество, доминировали на первых полосах газет, подробно освещались в многочисленных травелогах и отчетах, печатавшихся в разных изданиях, репрезентировались в живописи, ну, самый известный живописец, светивший Туркестану, написавший туркестанскую серию, это, конечно, Верещагин. И они занимали видное место, если не центральное место, на публичных выставках. Назову только две выставки рубежа 60-70-х годов, с которых началась эпидемия выставок, посвященных Средней Азии, и которые, кстати, посещали крупнейшие русские писатели. Туркестанская выставка 69-го года в Петербурге. Здесь широкой публике впервые была представлена новая колония. И затем, еще не до конца завоеванная. И затем политехническая выставка 1872 года в Москве. Эта выставка была приурочена к 203-ю Петра I, призвана была продемонстрировать главные достижения России с петровских времен. И на политехнической выставке был учрежден туркестанский отдел, вызвавший огромную прессу и огромный интерес. Представители царствующего дома, включая самого императора Александра II, посещали обе выставки. И все это говорит об огромном резонансе, вызванном завоеваниями в Средней Азии в это время. Но как, собственно, кстати, обе выставки, как и последующие, были, особенно вот эти две первые выставки, были первым шагом в России к тому, чтобы подражать Британии не только в самих азиатских завоеваниях, но и в этой культуре выставок, демонстрирующих достижения империи и определенные провинции империи. Но как, собственно, художественная литература, особенно писатели первого ряда, реагировали на эти грандиозные события? В России, начиная, по крайней мере, с XVIII века, именно литература выступала основным выразителем и транслятором имперского воображения. Существует солидная исследовательская литература, прекрасно изучившая, как поэты и прозаики видели Кавказ в начале-середине XIX века, когда шло завоевание Северного Кавказа. Как показали многие исследователи, в то время литература разработала основные представления, лежавшие в основании русского ориентального воображения. Но что касается расширения в казахскую степь в 17 и в первой половине XIX века, и что касается захвата Средней Азии во второй половине XIX века, то складывается впечатление, что писатели первого ряда мало интересовались этими завоеваниями, а новые подвластные народы оказались в лучшем случае на периферии творческого воображения канонических писателей и не оставили следа в их текстах. В принципе, эта ситуация легко объяснима. В отличие от Кавказа, Средняя Азия была местом ссылки, не была местом ссылки, и не была местом романтического побега самых знаменитых писателей. Поэтому казалось бы логично, что российский колониализм в Центральной Азии не дал таких богатых и, главное, первоклассных литературных плодов, как завоевание Кавказа. Единственный из великих, кто своими глазами видел казахскую степь, это Достоевский. Но он не описывал жизнь кочевников в своих художественных текстах. И сразу по возвращении в Петербург он, казалось бы, навсегда вытеснил эти впечатления из своего творческого воображения. Ну, разве что Толстой пытался сослать Вронского в Ташкент, но тот успешно уклонился от этого назначения, и так же, как писатели первого ряда, успешно уклонились от посещения Средней Азии в большинстве своем. И разве что Салтыков-Щедрин написал «Господ ташкентцев», но это серия очерков о коррумпированной российской бюрократии Туркестана, а не о коренных жителях новой колонии.
Хотя, конечно, Салтыков-Щедрин заслуживает признания за его антиимпериалистический, ощутимый антиимпериалистический импульс в этих очерках. Закономерно, что исследователи в итоге обращаются к менее заметным литераторам, которые в разгар, которые в разное время участвовали в военных действиях в Средней Азии, например, Владимир Даль и Николай Каразин. Кстати, Николаю Каразину посвящены две книги на русском и на английском, как человеку, писавшему о Средней Азии. Однако место новой колонии воображения писателей первого ряда остается неизученным и мне представляется недооцененным, намного более сложным, чем принято считать. Это правда, что большинство из этих писателей не бывали в Средней Азии и не изображали новую колонию. Но те изменения в имперской политике, которые сопровождали завоевание Туркестана, как я полагаю, нашли не прямой, а посредованный и сложный отклик в текстах этих писателей. И этот отклик нуждается в расшифровке. Под впечатлением экспансии в Среднюю Азию такие фигуры, как Толстой, Достоевский и Лесков, подвергли ревизии свои прежние представления об имперских окраинах, реагируя тем самым на текущие события. Достаточно упомянуть, что Достоевский, который, как я сказала, казалось бы, вытеснил из своего творческого воображения картины кочевого быта в казахской степи, которую он наблюдал, вдруг реанимировал свои азиатские впечатления в 1866 году, когда развернулось завоевание Туркестана. Казахские юрты появляются в эпилоге «Преступления и наказания». Раскольников на каторге видит кочевников в степи на берегу широкой пустынной реки, очевидно, Иртыша. Цитирую. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось. Точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников, и это вполне русаистские романтические картины, вот эта цитата и представляет вполне русаистские и романтические картины, символизирующие чистую домодерную цивилизацию, незамутненную влияниями индустриального общества, они, видимо, играют какую-то роль в преображении Раскольникова на кафедре. Именно при виде этой ожившей древности, цитирую, мысль его, Раскольникова, переходила в грезы и созерцание. Ну, упомяну, что в том же 1866 году Достоевский написал роман «Игрок», и главный герой этого романа, сам, собственно, игрок, утверждает, что он лучше будет жить в юртах киргизских кочевников, в XIX веке казахов называли киргизами, что он лучше будет жить в юртах киргизских кочевников, чем на Западе, чем в западной цивилизации. Правда, кончает он тем, что живет назад. Но показательно, что в 1966 году Достоевский реанимировал, хотя и очень кратко, свои впечатления от Казахстана. Приведу еще более показательный пример вовлеченности русских писателей в дебаты вокруг завоевания Средней Азии, и этот пример имеет самое непосредственное отношение к Ровному страннику, пример, мимо которого обычно проходят исследователи. На рубеже 60-70-х годов XIX века в литературе внезапно оживает тема плена. Все, конечно, помнят мастер-сюжет о кавказском пленнике, сложившийся в первой половине XIX века и давший разнообразные литературные вариации. Но я хочу обратить внимание, что в 1770-е годы сразу три первоклассных писателя вновь обратились к этому сюжету и предложили его новые неортодоксальные вариации. Это «Кавказский пленник» Толстого, написанный в 1872 году. Это «Очарованный странник» Лескова, написанный в 1873. И очерк Достоевского «Фома Данилов. Замученный русский герой» из дневника писателя 1877 года. Причем Лесков и Достоевский пишут о русском
находящимся в плену у Среднеазиат. Я упоминаю только известные тексты о плене. Они на самом деле вписываются в широкий поток рассказов о плене в Средней Азии, которые буквально заполонили тогда периодическую печать. И это понятно, почему они появлялись и в журнальной прессе, и в газетной прессе, и в качестве отдельных изданий, в качестве отдельных книг. Освобождение пленных рабов, захваченных дикарями-азиатами, стало одним из центральных и неизменно повторявшихся аргументов российского правительства в публичных объяснениях завоевания Средней Азии. Россия, незадолго до того отменившая крепостное право, движимая в этом завоевании гуманными целями и несущая свободу в варварские земли, где до сих пор процветает рабство, Россия как бы позировала в этой роли. Правда, как показал американский историк Джефф Эдден в своей книге «Рабство и империя в Центральной Азии», выпущенной 5 лет назад, реальная политика России в Туркестане относительно пленных далеко не всегда согласовалась с высокой риторикой освобождения, которую использовала российская власть. Освобождение рабов, как он показал, точно не было приоритетом действий России в завоеванной Туркестане. Фигура среднеазиатского пленника не получила популярности, сопоставимой по масштабу и значению с фигурой кавказского пленника в самых разных ее литературных воплощениях в первой половине XIX века. Но это внезапное оживление темы плена показывает, что проблема экспансии России в Среднюю Азию занимала писателей и служила импульсом для интеллектуального освоения империи в новом ключе. Достоевский, например, приветствовал туркестанский имперский проект в самых экстатических интонациях и видел в этом завоевании идеологический поворот России к Азии. Я предлагаю и «Очарованного странника» читать как опыт неортодоксального осмысления имперского проекта. Особенно те главы повести, которые посвящены истории плена главного героя Ивана Сергеевича Плягина, не только протагониста, но и основного рассказчика «Очарованного странника». Плягин томится в плену у татар, своих пленителей, на самом деле у казахов. Он томится в плену 10 лет, и точно так же, как и герой Достоевского, подвергается мучениям в плену. Но Лесков, в отличие от Достоевского, не был апологетом завоевания Средней Азии. И судьба Флягина в плену написана совершенно иначе, с большой долей иронии и сарказма в отношении имперской политики России. Повесть Лескова – это скорее свидетельство обострившегося сознания проблематичности имперского проекта в целом. Как я надеюсь показать, в этой повести Лесков ставил неудобные вопросы и даже критиковал имперскую политику. Я далека от намерения представить Лескова как противника российского империализма. В большинстве своем русское образованное общество, как и интеллектуалы западноевропейских стран, воспринимали империю как норму и считали совершенно естественным, что сильному государству оказываются подвластные иноплеменные народы. И Лесков не составлял в этом отношении исключения. Более того, казахи нарисованы в «Очарованном страннике» в рамках типичного колониального и ориенталистского, согласно Эдварду Саиду, дискурса XIX века. Но, как мне представляется, Лесков писал эту повесть и особенно историю русского плена в казахской степи с тем, чтобы обнажить те недовольства, страхи и тревоги, которые завоевание Средней Азии вызвало у того сегмента интеллектуальной элиты, которой Лесков в это время принадлежал и которая была озабочена строительством русской нации и ее положением в империи. Главная идея заключалась в том, что строительство империи не давало достаточно простора для строительства русской нации. Если упростить, Лесков принадлежал к тому кругу, который с националистических позиций
но совершенно не с шовинистических позиций, критиковал наднациональную империю Романа. Лесков никогда не бывал в Средней Азии, но как мне удалось реконструировать из сопоставления его травелогов и рассказов разной поры, он познакомился с жизнью небольшой казахской орды в конце 1850-х годов, когда служил в компании своего, еще очень молодым человеком, служил в компании своего родственника и занимался в коммерческой компании своего родственника и занимался переселением орловских крестьян в Нижнее Поволжье. Именно там, на территории Европейской России, обитала Букеевская или внутренняя орда, которая изображена в очарованном стране. В самом начале XIX века указом Александра I российское правительство переселило эту небольшую часть младшего казахского джуса или младшей орды казахов из казахской степи на левом берегу реки Урал, переселили их на правый берег реки Урал. Эта орда называлась внутренней именно потому, что она таким образом перемещалась территории, считавшейся окраиной России, в ее центр, которым тогда назывались внутренние губернии России, территорию, которую Россия контролировала уже несколько веков. В общем, в итоге внутренняя орда обитала между Волгой и Уралом, в низовьях обеих рек, на пространстве, простиравшемся вплоть до Прикаспийских степей. Лесков переплавил свой юношеский опыт встречи с казахами в рассказ Флядина о его страданиях в плену у жестоких азиатов. То есть, подобно Достоевскому, Лесков внезапно вспомнил, реанимировал свои воспоминания о казахах в то самое время, когда шло завоевание Туркестана и когда пресса почти ежедневно писала о казахах в связи с этим завоеванием. В этих сообщениях казахи фигурировали как информанты о состоянии дел в Средней Азии. Информанты, поскольку многие из их племен находились под властью России уже очень продолжительное время и демонстрировали свою лояльность России. То есть они фигурировали как информанты о состоянии дел в Средней Азии, как проводники в степи, а иногда как переводчики с тюркских языков, хотя обычно этим занимались татары. Самое главное, их двойная или меняющаяся лояльность, тяготение части казахов к России, части казахов к азиатским ханствам, особенно к Хиве, а иногда действительно плавающая лояльность, они могли менять ее, солидаризоваться то с Россией, то с Хивой. Вот эта их меняющаяся лояльность стала серьезной проблемой в туркестанской кампании. И Лесков явно рассчитывал, что его читатели соотнесут рассказ о плене Флягина с текущими событиями. И действительно, он наполнил текст легко разгадываемыми намеками на происходившее. Перед самым побегом Флягина, уже в конце его плена, перед самым побегом Флягина из казахской степи, там появляется некий хивинец, который уговаривает кочевников солидарно действовать против России. Русская пресса постоянно обвиняла Хиву в манипуляциях казахами и привлечением их на свою сторону. Лесков явно обыгрывал этот мотив. Как мне представляется, центральный вопрос в дебатах о будущем империи во время продвижения России в Азии была проблема наднациональной имперской политики, то есть политики, стоявшей на страже интересов многоэтничной элиты, а не русского народа. В век национализма и нациостроительства во всей Европе эта политика выглядела анахронизмом и подвергалась критике. Самый громкий голос, критиковавший наднациональную политику империи, принадлежал Михаилу Никифоровичу Катку. Он стремился убедить верховную власть русифицировать или национализировать империю и превратить русских, государствообразующий народ, это его термин, который он широко использовал, и мне кажется, который он ввел в оборот,
превратить русских в доминирующую культурную и политическую силу России. Лескову, члену команды Каткова в пору создания «Очарованного странника», Лесков печатался в «Русском вестнике», на страницах «Московских ведомостей», в «Литературной хронике», это главные издания Каткова, Лескову, как члену команды Каткова, эти идеи были хорошо знакомы и, по-видимому, не вполне чужды. Но, будучи ироничным писателем, с присущей ему игровой и ускользающей авторской позицией, Лесков не выражал этих идей прямо и вряд ли полностью с ними солидаризовался. Он всегда умело создавал тексты, такие многослойные тексты, открытые разным прочтениям и построенные на использовании, но и на переосмыслении сложившихся идеологических схем и исторических мифов. Я читаю «Очарованный странник» как повесть, где ясно высвечена уязвимость русских в наднациональной империи Романовых, но вместе с тем сами русские и русскость представлены в сатирическом ключе. Прежде чем я перейду к рассуждениям об «Очарованном страннике», я должна сделать два предварительных замечания. Во-первых, далее я буду развивать некоторые наблюдения, как я уже сказала, которые я излагала несколько лет назад в короткой статье об «Очарованном страннике». Но здесь я вписываю эти наблюдения в новый имперский контекст. И, во-вторых, я должна напомнить, что «Очарованный странник» написан в сказовой манере. Большая часть повести – это рассказ Флягина о его жизни, обращенный к пестрой аудитории, случайным попутчикам Флягина на корабле, плывущем по Ладожскому озеру. И как это обычно бывает у Лескова, сквозь слово рассказчика сквозит авторская ирония. Интерпретируя эту повесть в историческом контексте, я пытаюсь не потерять из виду ее игровой природы и того, что двуголосое слово это термин Бахтина, мерцает множеством смыслов в повести. В большинстве своем исследователи Лескова довольно единодушно считают, что Иван Северьянович Флягин, персонифицирует в концентрированной форме основные отличительные черты русского характера и воплощает русский национальный опыт. Это цитата из книги американского исследователя Хьюма Маклейна, написавшего первую англоязычную монографию о Лескове в 1977 году. Английский словист Ричард Пирс вторил этой позиции. Он определил повесть Лескова как параболу национальной идентичности. Примерно в том же духе об «Очарованном страннике» писал и советский литературовед Александр Горелов. Он полагал, что биография Флягина, цитирую, мыслилось как живое воплощение и объяснение важных страниц русской жизни, минувшей и нынешней русской истории. Несмотря на этот видимый консенсус, западные и российские исследователи обычно резко расходятся в интерпретации Флягина и русскость, и по расширению в интерпретации русскости, как они изображены Лесковым. Для большинства отечественных ученых Флягин представляет собой идеальное или идеализированное олицетворение русского народа, символ, цитирую Горелова, национальной мощи и величия. Эта героизация Флягина вообще-то началась еще в конце критики конца XIX века, но укрепилась и нашла новые обертоны в советское время и докатилась до наших дней. Редакторы новейшего полного собрания сочинений Лескова, выходящего в издательстве «Терра», аж в 2014 году продолжили эту же линию, характеризуя Флягина как, цитирую, «величественного простолюдина-героя». По контрасту, западные словисты в основном акцентируют те черты Флягина, которые приводят в ужас его аудиторию, его слушателей на корабле. Я имею в виду его неконтролируемую агрессию, немотивированную жестокость, равнодушие к ценности человеческой жизни. Для западных словистов Флягин скорее трикстер, чем эпический герой, но трикстер именно русский. То есть западные и российские специалисты по-разному оценивают Флягина, но и для тех, и для других Флягин воплощает русскость, причем и те, и другие принимают
за чистую монету авторское сравнение Флягина с Ильей Муромцем. Действительно, уже на первых страницах повести Лесков называет Флягина, цитирую, типическим, простодушным, добрым русским богатырем и уподобляет его Илье Муромцу, не надо представлять, кто это такой. Ну, кажется, действительно, удаль и отвага Ивана Северьяновича, масштаб испытаний, выпавших на его долю, вера в судьбу, физическая мощь и, наконец, готовность, как Флягин сам говорит, за народ помереть, все это, казалось бы, в самом деле придает герою былинные пропорции и символический смысл. Я думаю, однако, что смысловой центр повести заключается не в репрезентации русскости, будь то ее высокая или сниженная версия, и не в конструировании национальной идентичности, но в ее проблематизации, в обнажении уязвимости положения русскости и положения русских в империи. Мне приходилось уже писать о том, как, что в начале «Очарованного странника» Лесков ассоциирует Флягина не непосредственно с былинным Ильей Муромцем, но с его репрезентацией в живописи и поэзии XIX века, в частности, с дедушкой Ильей, это слова Лескова, и с балладой Алексея Константиновича Толстого «Илья Муромец», напечатанной в 1871 году. Даже при беглом сравнении Ивана Северьяновича с героем Толстого бросается в глаза поразительный контраст Ильи Муромца, как он показан Толстым, поразительный контраст между Лесковским Ильей Муромцем и Ильей Муромцем Алексея Константиновича. Илья Муромец показан Толстым в момент решительного разрыва с князем Владимиром. Движимый оскорбленным чувством собственного достоинства и духом независимости и протеста, богатырь Толстого кидает Киев и ищет воли дикой. Баллада Толстого рисует, если не бунт Ильи Муромца, то во всяком случае проявление его личной воли и свободного выбора. Лесковский герой, напротив, странствует по свету вопреки своим желаниям и планам. Он в большей мере подчиняется обстоятельствам, чем принимает самостоятельные решения. Идея личной свободы и чувство индивидуальной ответственности, которые определяют Илью Муромца Алексея Константиновича Толстого, вряд ли приложимы к Флягину. Столь же мало приложимы к Флягину и героическое начало. Вся биография героя – это цепь событий, пронизанных мотивами убийства, самоубийства, насилия, жестокости и ожидания гибели, которые обходят Флягина стороной только за тем, чтобы подвергнуть его еще более тяжелым испытаниям и толкнуть на новые жестокости. Кроме того, в отличие от Ильи Муромца Толстого, Флягин, родившийся крепостным, не просто признает социальную иерархию и субординацию, но охотно подчиняется вышестоящим, даже если он не находится от них в формальной зависимости. И тому много можно приводить примеров из повести, я не буду на это тратить время. Иначе говоря, выдвинутое самим Лесковым сравнение Ивана Северьяновича с героем баллады Толстого, мне кажется, насквозь иронично, если не травестийно. Поэтому мне кажется ошибочным полагать, как это делает Горелов и очень многие исследователи, российские исследователи вслед за ним, что фольклорные мотивы сообщают Флягину, цитирую, «человеку нового времени родовую черту богатырей эпического времени Владимира Красносолнышка». Скорее, прерываясь маской бесхитростного рассказчика, Лесков, напротив, манипулирует аллюзиями на былины, чтобы поставить под сомнение героизацию Флягина. Рассказ о встрече Флягина с азиатами, кочевниками и его жизни в плену может быть самый яркий пример иронической игры Лескова с былинными аллюзиями. Флягин называет кочевников татарами, но благодаря точной топонимике повести, там Нарын Пески названы как место обитания внутренней Орды, ну, на самом деле в повести Нарын Пески названы Рын Песками, но это такая простонародная редукция имени Нарын Пески.
То есть благодаря точной топонимике повести и почти точному имени хана внутренней Орды, который приведен в повести, образованный читатель легко мог опознать этих татар как казахов. Еще раз напомню, что в XIX веке их звали киргизами, и, насколько мы знаем из отзывов современников, их легко и опознали как киргизов, на самом деле казах. В принципе, в XIX веке этноним татары использовали расширительно, как общий термин для тюркоязычных народов России, исповедовавших ислам. Однако обычно, особенно в литературе, скажем, и в «Герое нашего времени» Лермонтова, и в «Казаках» Льва Толстого, слову «татары», прилагавшемуся к самым разным народностям, часто сопутствовало более точное определение этнической принадлежности изображаемых народов. Лесков, напротив, радикально отказался от этнических уточнений в повести, что позволило ему символически раздвинуть хронологические рамки очарованного странника, спроецировать испытания Флягина на исторические воспоминания о татарском иге и поставить Флягина в типичную ситуацию былинного эпоса, где богатырь сражается с татарином или с татарином. Подобно Илье Муромцу, Иван Северьянович действительно выходит на единоборство с татарином, и по логике былинной модели, конечно, побеждает и убивает врага. Хотя их сражение, взаимная порка, это комически сниженный вариант былинного боя, Флягин в своем рассказе видит поединок сквозь призму фольклорных мотивов, как классическую ситуацию единоборства эпических героев, защищающих свою землю и честь своего народа. Приведу цитату. «Он во всех рынь песках, — говорит Флягин о своем противнике, — первый батырь считался, и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить». Ну, все, казалось бы, в рассказе Флягина укладывается в былинную схему, если бы не несколько обстоятельств, которые полностью эту схему подрывают. Когда Флягин убивает татарина, свои русские собираются отвезти Флягина в полицейский участок. Он убийца. Единственные единомышленники Флягина в этой драме – это сами потерпевшие татары. Цитирую. «Татарва тебе ничего, но убил и убил. На то такие были кондиции. Но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись». Реакция русских на поединок Флягина с татарами сначала ему даже непонятна. Защищаясь от обвинений своих соотечественников, Флягин выдвигает, как ему кажется, неоспоримый аргумент в свою защиту. Исход поединка не был предрешен, и противник мог убить Флягина. Но в ответ он слышит ему, то есть татарину, «Ничего, потому что он иновер, а тебя по христианству судить надо. Пойдем в полицию». В итоге перед лесковским героем встает дилемма – либо тюрьма, либо побег с татарами. И новый Илья Муромец предпочитает бежать с врагом от преследований со стороны своих русских. Скрывшись вместе с азиатами в рынь-песках, Флягин обнаруживает, что он оказался в неволе. Мы имеем дело не просто с инверсией героической модели. Победитель взят в плен побежденным. Эта инверсия сама по себе может вызывать интерес, но ситуация гораздо сложнее. Флягин пленен подданными Российской империи и живет в неволе на территории России, на территории Европейской России, внутренней России. Чтобы в этом не оставалось сомнений, Лесков вводит в повесть диалог, уточняющий местонахождение и лояльность казахов в терминологии повести татар в рынь-песках. Местные русские, хорошо знакомые с диковинными нравами ордынцев, объясняют Флягину их нравы и называют их хана Джангара царем, цитата, рынь-песков. Разве «Эта степь не под нами?» – удивленно спрашивает Флягин. И немедленно получает утвердительный ответ. «Она под нами, но только нам ее никак достать нельзя.
потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы, и чиновнику там совсем взять нечего. Ну, то есть вечная тема взяточничества чиновников служит ироническим маркером двойственного статуса внутренней Орды. Хотя внутренняя Орда находилась под управлением российской власти, под управлением России, местные власти ее не контролируют, что простонародные персонажи повести объясняют непригодностью дикой степи для извлечения взяток. Лесков использует чрезвычайно популярный мотив плена у азиатов, мотив, широко циркулировавший в фольклоре, древнерусской литературе, массовой книжной продукции для народа и в классических произведениях XIX века, о которых я уже говорила. В этой долгой культурной традиции все полоняне, включая Илью Муромца, живут в неволе, а Илья Муромец тоже находится в плену какое-то время, живут в неволе на чужой территории. Флягин, напротив, томится в плену на российской земле. Эта парадоксальная ситуация до известной степени символизирует уязвимое положение русских в империи. Лесков разграничивает русскую национальную территорию, ту, что Флягин называет своим отечеством, и имперское пространство, и преподносит империю как угрозу ее русскому ядру. Русский человек томится в плену на территории Российской империи. В имперском пространстве он потерян и не защищен. Когда кочевникам, среди которых живет Флягин, приезжают, цитирую, от белого царя православные миссионеры, Иван Северьянович испытывает экстатическое состояние. Цитата. «Я их как увидал, возрадовался, что русских вижу, и упал в ноги и зарыдал. У Флягина рождается надежда на освобождение, он просит отцов духовных выпустить его. Они, однако, цитирую, немало мои слова не уважили и отвернулись». Позднее, оставшись с Флягиным наедине, миссионеры объясняют ему, что он должен сносить свою несчастную долю с крестьянским смирением, и что попытки спасти его могут поставить под угрозу отношения России с азиатами, людьми и без того, цитирую, лукавыми и непреданными. Этот диалог ясно отсылает к образу казахов в прессе 1860-70-х годов. Он резонирует с реакцией русских на поединок Флягина с татарами. В этих двух перекликающихся русских, которые сообщают Флягину, что он Флягин и татарин, который мог убить его, подлежат разным юридическим законам. А в этих двух перекликающихся эпизодах звучит один и тот же мотив незащищенных русских в их собственной стране. Историки называют Россию XIX века партикулярной империей или империей различий. Имперское правительство действительно допускало разные стратегии управления в различных колониях, позволяя многим иноэтническим группам, хотя далеко не всем, сохранять автохтонные юридические институты и социальные структуры. Это в известной степени выводило подвластные народы, опять же, только некоторые, из юрисдикции российских властей, но зато способствовало поддержанию их лояльности императору. Именно так было устроено управление казахской степью. Подвластные народы не всегда и не все, но нередко обладали привилегиями, которых государствообразующий народ был лишен. Это прагматическая политика Российской империи вызывала, как я уже упоминала, серьезную критику в эпоху национализма и прежде всего устами Каткова. Лесковская повесть это скорее гротескный портрет имперской политики и империи различий. Но тем очевиднее представлен ущемленный статус русских в повести. То, что Флягин видит сквозь призму героического эпоса, как встречу богатыря с татарами, то Лесков рассказывает как историю имперской ловушки, историю о том, как русские на территории России находятся в плену у казахов, подвластного России народа. Причем свои русские отказывают ему в помощи.
На фоне огромного количества публикаций 70-х годов, 1870-х годов о русских, спасенных из азиатского плена в ходе проникновения России в Центральную Азию, повесть Лескова читается как сатирический портрет и этой риторики об освобождении пленных, как мотивировки завоевания Туркестана, и как сатирический портрет растущей империи и ее имперской политики. У меня не остается времени сказать о Фенелоне. Я только два слова скажу. Первоначально Лесков планировал назвать повесть о странствиях Флягина «Русский Телемак» или «Черноземный Телемак». Оба варианта названия известны. В приключениях Телемака Фенелон, как известно, подвергает своего героя самым разнообразным испытаниям и знакомит его с обычаями и нравами многих народов. Но если Телемак получает этот опыт, чтобы стать просвещенным монархом, то Флягин, совершающий несколько убийств и шокирующий своих слушателей жестокостью, только в самом саркастическом смысле может быть сопоставлен с героем романа «Воспитание» Фенелона. Флягин скорее близок к татарам, то есть казахам, как они изображены в повести, с их жестокостью, с их дикостью, с их варварством. И не случайно Флягин единственное место, единственный период в его жизни, где он заводит семьи, и жен и детей, и получает какое-то подобие такой оседлой жизни, это по иронии в его плену у кочевников-казахов. Первоначальное название «Очарованного странника», «Черноземный телемак», мне кажется, служило той же задаче дегероизации русского богатыря по сравнению с героем используемого текста, той же задачей дегероизации русского богатыря, что ироническая параллель с Ильей Муромцем. Мы не знаем, читал ли Лесков Фенелона по-французски или пользовался одним из многочисленных переводов «Приключений Телемака». Но если Лесков ориентировался или ожидал, что его читатели будут ориентироваться на Телемахиду Тредьяковского, то комический эффект от сопоставления Флягина с Телемаком не менее нагляден, чем от сопоставления Флягина с Ильей Муромцем. Алексей Константин читал Толстого, поскольку Тредьяковский воспринял, как писали об этом многие, особенно Ефим Эткин, Тредьяковский воспринял роман Фенелона как героическую поэму. А Лесков, если обращается в повести к героическим параллелям, то последовательно их снижает. Ну, в общем, у меня это все. Спасибо большое за замечания и вопросы. Буду очень благодарна. Спасибо огромное. Я, конечно, вздрогнула, когда было сказано, что на Фенелона не остается времени, но немножко все-таки осталось. Сейчас, значит, я предоставлю слово тем, кто хочет что-то сказать, вопросы или реплики, но у меня сразу просто короткий вопрос именно про Фенелона. Но это было вот название, которое не вошло, так сказать. А какие-то следы словесные чисто остались в повести вот этого? Телемакский след, так скажем. Да, это очень хороший вопрос. Я пока не нашла. Но это как раз то, чем мне надо более пристально заняться. Дело в том, что это предполагает сравнение с разными переводами. А переводов было такое огромное количество, что и мы действительно не знаем, на какой ориентировался Лесков, что это трудоемкая работа в основном впереди. Спасибо.
Я, кстати, просто в качестве реплики, опять же, про фенилон скажу, что для меня, например, было большим удивлением узнать, когда я переводила книжку про банкеты, там несколько страниц посвящено вот популярности фенилона в XIX веке во Франции. И там оказывается, что фенилон был едва ли не самым издаваемым и читаемым, ну, как школьное чтение, автором. Ну, потому что нам все-таки кажется, ну, так, у меня такое субъективное мнение, что это что-то ужасно, ну, так сказать, устаревшее, оставшиеся где-то в прошлом, однако это было, в общем, актуальным чтением. И получается, что и в России тоже это было достаточно актуальным чтением, хотя бы по причине большого количества переводов. Это просто такая реплика на полях. Вот. У кого есть какие-то... Можно я дополню Да, немножко конечно. в ответ на эту реплику? Поразительное количество переводов Фенелона именно в XIX веке. Много в XVIII, но они все довольно хорошо изучены. Меня поразило, что во времена детства Лескова продолжали появляться переводы Фенелона. И он, видимо, их читал, и они продолжали использоваться в педагогических целях. Ну, Точно так же в России, как и во Франции. это И какая-то... точно так же в Англии. Я посмотрела английские источники, они тоже пишут о том, что в XIX веке фенелон широко культивируется. То есть это, видимо, общеевропейская ситуация. Ну да, и вот ну, как бы это не, так сказать, непривычный для нас взгляд. Неожиданно, да. Неожиданный, да. Так, теперь, пожалуйста, просто, ну или, я не знаю, или руки поднимайте автоматически, или просто голосом, подавайте голос. Проще всего, нас не так много. Андрей Львович, у вас всегда есть в запасе пару слов? Спасибо. Я Андрей, очень с большим интересом мне очень выслушал. интересно, Андрей Львович, послушать ваше мнение, поскольку я не фольклорист, и мне очень важны коррективы в этом смысле. Ну, по-моему, все, что касается фольклора в вашем докладе, все очень основательно и правильно. Вот, если можно, у меня два таких вопроса возникло. Вот первый, вы говорили о восприятии очарованного странника и образа главного героя в американской и советской, значит, литературоведческой науке там 70-х годов. Но очень интересно, конечно, как современники восприняли это, так сказать, как вот такую действительно пародию или на полном серьезе, насколько они осознали вот эту игру, связанную со сказовой манерой и тому прочее. И второе, вот как-то реагировал ли Лесков на жанр героикомической поэмы, потому что вот такая травестия образов богатырей как раз очень характерно для этого жанра и там и во второй половине XVIII века, и в XIX веке. Вот, то есть, если вот правильно, так сказать, ваше наблюдение о том, что вот этот поединок с татарином, да, когда они там клещут друг друга, именно имеет такой пародийный характер, то, скорее всего, это не просто такая новация Лескова, а вполне вероятно, что это и ориентация вот на определенный литературный жанр. Спасибо. Лесков, мне кажется, ориентировался вообще на стилистику XVIII века, и на повести, как Яруслан Лазаревич, и в тексте есть ссылки на эту литературу. А иронические поэмы, герои комические поэмы он сам очень любил и часто цитировал в своих разных текстах. Так что этот след, конечно, есть и в «Очарованном страннике». Вы правы. Что касается вопроса о том, считывали ли современники этот иронический пласт, мне трудно сказать. Дело в том, что у «Очарованного странника» тяжелая читательская судьба. Его вообще не заметили. Практически не заметили в начале. Сразу после публикации. Повесть была, в принципе, написана для Каткова, поэтому я очень уверенно ставлю
основные идеи в контекст националистической критики империи, озвученной Катковым. То есть Катков был тоже империалист, но империалист такого националистического толка, стремившийся русифицировать империю. И, кстати, многие идеи Каткова были легли позднее в основание политики Александра Третьего, русифицировавшего и национализировавшего империю. «Очарованный странник» прошел незамеченным в прессе. Катков от него отказался, ему не понравился текст. Причем он отказался явно от другого варианта, не от того варианта повести, который мы, не от окончательного варианта повести, не от того, который мы читаем. Поэтому судить точно о причинах отказа Каткова трудно. Разные предположения существуют, но они мне не кажутся очень убедительными. Катков, как известно, был деспотичным редактором и даже Толстому указывал, как закончить Анну Каренину. Но от этой повести он отказался. Она была напечатана в подвале, в подвалах газеты «Русский мир». Прошла совершенно незамеченной, и только к концу жизни Лескова, и особенно в 90-е годы, об этой повести стали писать. И стали писать в соответствии с духом конца 90-х годов, с националистической атмосферой царствования Александра III и Николая II, стали писать в экстатических националистических тонах, близких к тому, что мы видим, к сожалению, в советском литературоведении у Горелого в первую очередь. Очень небольшое количество исследователей пыталось заметить эту, акцентировать эту ироническую струю, но их голоса тонут в подавляющем потоке рассуждений о Флягине как герое, что много говорит о русском и российском современном дискурсе, а не только об империи XIX века. Более того, я немножко посмотрела учебники современные по литературе. Как известно, «Очарованного странника» ввели в школьную программу после развала Советского Союза. Казалось бы, надо радоваться, что Лесков введен в российскую программу, но он интерпретирован в том же националистическом ключе, в основном, что и в советское время. Так, Сергей Николаевич поднял руку, автоматическую руку, пожалуйста. Спасибо большое, Ольга Евгеньевна. Чрезвычайно интересный и, в общем, корректный совершенно доклад. У меня будет не столько замечания, сколько какая-то контекстуализация его, разумеется, не столько историческая, сколько теоретическая, потому что я не специалист по вашей эпохе. Прежде всего, мне очень понравилось, что ваш анализ, при всей своей краткости, вписывает повесть Лескова, по крайней мере, в две стандартные и важные проблемы поэтики. Прежде всего, проблемы жанра, разумеется. Вот, и вот два интертекста «Очарованного странника» Илья Муромец, героический эпос, более-менее спародированный, осмеянный. И, с другой стороны, фенелоновский «Телемак», роман «Воспитание», редуцированный почти до незаметного состояния. Это очень интересная позиция, в которой, по-видимому, нужно вписывать этот текст, советую ее лучше экспрессировать. И другая проблема – это, конечно, проблема пространства. Вы замечательно показали, как художественное пространство этой повести с образованием этой серой зоны, то ли русской, то ли не русской, то ли
имперской и не совсем подвластной империи, это одновременно и художественная, часть художественного пространства, аспект художественного пространства, и в то же время очень важный аспект социально-политической истории России XIX века. Вообще, конечно, я в большей степени доволен тем, что как корректно и вдумчиво вы анализируете эту проблематику, по понятным причинам сегодня это особенно острое. Я думаю даже, что вообще проблема русского империализма очень важная и оправданная, наиболее корректно, наиболее спокойно может исследоваться именно на некоторой временной дистанции, скажем, до XIX века. Так что, в общем, на вас и на ваших коллег сейчас главная надежда в собственно научном, академическом ее осмыслении. И в этой связи, может быть, некоторые концептуальные уточнения, которые я бы предложил. Вы правильно отмечали, ну, собственно, мы все это более-менее знаем, наверное, дифференциальный характер империалистической политики России. Разные народы, разные области получали разный статус. Я думаю, что это заставляет более осторожно, более аккуратно относиться к терминологии этих статусов. Например, слова «провинция» и «колония», наверное, не должны употребляться как синонимы. Если для Средней Азии, Центральной Азии, о которой вы говорите, слово «колония», наверное, больше всего подходит, то для некоторых европейских владений России, ну, скажем, для Польши или Финляндии, наверное, это слово было бы не очень адекватным, и там точнее было бы говорить о провинции. И второе замечание здесь же по поводу этой национально-имперской коллизии. Вы обронили в вводной части доклада замечание о том, что Лесков показывает культуру Центральной Азии в соответствии с я пересказываю подробно, его не очень точно, в соответствии с теорией ориентализма Саида. Честно говоря, я не заметил в вашем докладе подтверждения этого тезиса. И я даже не уверен, что саидовский ориентализм действительно точно применим к лесковскому тексту. Потому что, ведь, насколько я помню, концепцию Саида, в ней самая интересная, самая сильная ее сторона в том, что европейский ориентализм – это интерес, педагогический, апроприаторский интерес к восточным культурам. Вот идея в том, что мы, европейцы, поймем восточную культуру лучше, чем самые восточные люди, которые успели ее забыть. По-моему, Лескову такого найти трудно. Если есть, тогда пояснить, что вы имели в виду. И последнее соображение, которое уже немедленно отношение к проблеме империализма, это то, что вы несколько раз тоже в вводной части говорили о том, что рассматриваете эти проблемы на материале писателей первого ряда. Это, честно говоря, меня несколько тревожит. Потому что мы же понимаем, что писатели первого ряда, они не сами по себе рождаются, они образуются благодаря своей репутации, а эта репутация может быть гораздо более поздней. Вы сами же отлично отметили, что «Очарованный странник» прошел незамеченным критике. Так что не бывает с писателями первого ряда. Их точно замечают, могут ругать их за неудачу, но не отметить не могут. Это означает, по-видимому, то, что для современников Лесков, может быть, не был первоначально, по крайней мере, таким писателем первого ряда. И тогда есть смысл, наверное, поставить его в какой-то более широкий контекст, в который входили бы не только там, Толстой, который не, Лев Толстой, который не писал в Центральной Азии, и Достоевский, который они писал лишь каким-то фрагментами, или Щедрин, который писал не совсем только на ней, но с какими-то другими текстами, ну, второго-третьего ряда. Мне сразу вспомнилась повесть Василия Ушакова «Киргизская сага», посвященная все-таки именно центральноазиатской проблематике. Я понимаю, что она сегодня считается периферийной, к тому же она была написана гораздо раньше, там, на 30-40 лет. Но, наверное, есть и другие примеры, которые вы знаете лучше меня. Вот такая контекстуализация была бы, наверное, очень полезна, ну,
мы все понимаем, что чем плотнее контекст, тем лучше выступает своеобразие каждого конкретного произведения. Вот такие у меня пожелания. А так большое спасибо еще раз. Несомненно, справедливую по главной своей идее и составляющей, думаю, доклад. Сергей Николаевич, огромное спасибо. Вы очень хорошие замечания. Спасибо всем. Андрей Львович тоже очень полезные соображения, заставляющие меня дальше работать. Собственно, для этого и делаются доклады, чтобы уточнять свою концепцию и уточнять и развивать свою концепцию. Сереж, я отвечу на два вопроса главных. Вот, во-первых, применима ли теория, стоит ли упоминать Саида в этом контексте. Конечно, правильно, у Лескова абсолютно не чувствуется тенденции апроприации казахской земли, скорее это страх перед той самой имперской ловушкой, которую Россия заманивает в себя, продолжая экспансию, территориальную экспансию. А я скорее говорила о сложившемся наборе риторических приемов, метафор, характерных для ориенталистского дискурса в Европе в эпоху в XIX веке. Вот эти метафоры и риторические конструкции Лесков использует широко, очень широко. Казахи в его изображении – это дикари. У меня не было времени об этом говорить, но дело в том, что казахи не были дикарями. Абсолютно ничего. Дикари, хищники, жестокие, не понимающие ценности человеческой жизни. Вообще-то можно поспорить, кто больше понимает человеческую ценность человеческой жизни. Реальные казахи, о которых мы знаем из исторических исследований 19 и антропологических исследований 19 века, а внутреннюю Орду очень внимательно изучали в это время, в 19 веке. Или Флягин, представитель русского народа, у которого столь же дикие, если не более дикие представления. А на самом деле Лесков не мог не знать. И он, конечно, поскольку он бывал во внутренней Орде, он, конечно, в конце 50-х годов, он, конечно, знал, и он не мог не знать из прессы, что казахи внутренней Орды были поразительно, находились под поразительным влиянием России, и если использовать российские мерки, были цивилизованы Россией. Во внутренней Орде, во-первых, кочевники стали полукочевниками к этому времени, они во внутренней Орде были устроены школы для детей. Хан внутренней Орды, тот самый Джангир, на самом деле Джангар, который изображен в повести, был чрезвычайно образованным человеком, у которого была прекрасная библиотека. То есть, если какие-то детали Лесков мог не знать из своего, по-видимому, очень краткого пребывания во внутренней Орде, он был поразительно внимательным читателем прессы его времени, и постоянно появлялись статьи о внутренней Орде и о том, как об успехах цивилизаторского проекта России там. Некоторые исследователи даже считают, что внутренняя Орда была плацдармом для дальнейшей, для разработки новой стратегии цивилизации казахской степи. Там были построены мечети за счет российского правительства, именно для того, чтобы привлекать казахов к оседлому населению. Было введено образование. Дети хана Джангара учились в российском кадетском корпусе в Оренбурге.
талантливых казахских детей посылали в этот же корпус. То есть я скорее говорю об ориентализации как об уничижительном изображении и использовании ориентализации как способа колониального дискурса. Я не говорю о том, что Лесков в буквальном смысле хороший образец для теории Саида, который считал, что ориентализация – это лишь путь к силовому освоению, к захвату этих земель. Я поняла ваш вопрос, я ответила на ваш вопрос, Сергей Николаевич. Так. Отчасти, в общем, да. Ну, если только отчасти, буду рада продолжить эту дискуссию. Будет интересно узнать, что именно я упустила. И второй вопрос касательно писателя первого ряда. Вы совершенно правы, совершенно правы. Лесков нуждается и в контексте массовой продукции, и помимо Ушакова было огромное количество в начале, по преимуществу в начале XIX века, опять же написанных в романтических традициях, изображений киргизской степи. Они не очень актуальны для времени такого научного изучения казахской степи во второй половине XIX века и разработки новых стратегий власти, новых стратегий управления этой территорией. Но что я делаю в своей работе, и это просто очень трудно представить в докладе, ну, хотя, может быть, стоило это сделать, это массовую продукцию вот того самого середины и второй половины XIX века, массовую продукцию нарратива плена. Нарратив плена занимает центральную, огромное место в прессе этого времени, и Лесков явно обыгрывает многие рассказы, которые он не просто читал, но, как оказывается, вскоре, в конце 70-х годов, рецензировал, уже после публикации «Очарованного странника», рецензировал как член ученого комитета Министерства народного просвещения и писал о том, что вот некоторые рассказы, рецензируемый им рассказ о пленении, это клюква, это развесистая клюква. То есть он знал о чем эту литературу, и она, конечно, нашла отражение в «Очарованном страннике», вернее, «Очарованный странник» вызывает ассоциации, вызывает, видимо, сознательные ассоциации с этой литературой. Это другая очень большая сторона моей работы. Ну, спасибо, это правильное замечание. Сергей Николаевич показал восклицание одобрительного характера, но сейчас оно убралось. Так, значит, я вижу, Андрей Львович, вы еще хотите что-то сказать, и Сергей Дмитриевич хочет сказать, а я короткую только сделаю, так и Ольга Борисовна хочет. Отлично. Все скажут. У меня короткая библиографическая вставка вот по поводу того, что сказал Сергей Николаевич, по поводу корректности того анализа вот имперскости, который Ольга Евгеньевна нам продемонстрировала. В 182-м номере НЛО, сейчас уже вышло 183-й, а это значит предпоследний. Там очень интересно, всех, кого эта проблематика интересует, отсылаю. Там статья американской исследовательницы Баяновской, был ли Толстой колониальным землевладельцем. И вокруг этой статьи дискуссия, и Ольга Евгеньевна там реплика как раз вот именно в этом, так сказать, духе взвешенного анализа, а не какого-то истерического, естественно. Вот, это была справка. Так, Сергей Дмитриевич, подождите тогда, Андрей Львович скажет реплику, потом вы, потом Ольга Борисовна. Пожалуйста. Ну вот по поводу Ильи Муромца можно два таких небольших замечания сделать. Ну, во-первых, есть такой сюжет, связанный с Ильей Муромцем, когда он разгневался на князя Владимира и, значит, начинает сбивать маковки в церквях, то есть mm-hmm. когда он ведет себя, ну, вот как бы совершенно не так, как должен был бы вести себя вот такой глянцевый Илья Муромец, и здесь, по-видимому, можно видеть реализацию такого топоса, вот безумия, значит, этих там богатырей, или, ну, это и там и в античности есть такой топос,
Вот это так, что он не вполне все-таки вот такой глянцевый Илья Муромец, да, там народный защитник, у него есть совсем какие-то такие аспекты безумия и кощунства в его поведении, что может быть актуально для этого сюжета. Вот, и второе, конечно, интересно было бы посмотреть, с какими именно вот текстами об Илье Муромце был знаком Лесков. Ведь история такая, что основным источником былин там, до 60-х годов 19 века был сборник Кирша Данилова. Вот. А потом, вот, когда в 60-е годы Рыбников, значит, обнаружил, что былины до сих пор существуют в Волынецком крае, то его вообще обвинили в фальсификации. И Гильфердинг поехал, собственно говоря, с целью проверить, насколько все это, значит, новый Макферсон или что-то реальное. Вот. Так что, значит, вот в 70-е годы это очень актуально было, как раз эти публикации были. Вот. И третье, это вот если посмотреть, как бы, как воспринимались эти былинные богатыри, то это, конечно, очень неоднозначное было их восприятие, в частности, вот такой патологической жестокости богатырей отмечал Белинский, например, да, когда, значит, в сборнике Кирши Данилова, вот в былине Добрыни и Маринки, там, значит, Добрыня просто членит, значит, эту Маринку, там рубит ее, значит, там на части, все это подробно описано, и явно в таком одобрительном ключе. Вот, что у Белинского вызывает, ну, просто возмущение, отторжение там и так далее. Вот, так что ирония вот, Лескова, ну, вот, я основываюсь на вашем докладе, да, она может быть обращена не только на, значит, как бы современного Илью Муромца, но и на Илью Муромца вот, русских былин, которые вовсе не были, значит, такими глянцевыми однозначными. Вот. И я, кстати, думаю, что Алексей Толстой тоже достаточно иронически воспринимал, значит, этих героев былин. Вот. Так что эти наблюдения, мне кажется, можно просто, ну, немножко, может быть, расширить. Есть вообще в серии «Литературные памятники» издания и старое, которое еще Астахова готовил, Илья Муромец, вот, где все это подробно описано. Ведь для традиции вот такой первой половины XIX века больше известны были сказки об Илье Муромце, чем былины. Былины только по сборнику Кирши Данилова были. Вот. Ну, тоже есть такое издание, по-моему, 62-го года, там Астахова готовила. Это такие переработки былин, в основном это 18 века, значит, и начало 19 века, значит, переработки былин в сказочном духе. И самый популярный образ как раз в этих переработках как раз был Илья Муромец. Вот, и я думаю, что тоже там элементы иронии присутствуют вот в этих текстах. То есть это не поэтические, а прозаические тексты об Илье Муромце. Вот, спасибо. Спасибо, это очень-очень полезно. 60-е и 70-е годы действительно огромное количество публикаций фольклористов об Илье Муромце и споры об этой фигуре. И это действительно апогей обсуждения. В 19 веке, наверное, апогей обсуждения вот, открытий на севере. Насколько я знаю, были не только сказки, но и жития с Ильей Муромцем как главным персонажем. Это я знаю из прессы 70-х годов, где это упоминается. Сами эти жития я еще не нашла и не читала. Но, по праву, Илья Муромец бытует в разных жанрах, в разных воплощениях и с разными интерпретациями. Это надо дополнить. Спасибо. Спасибо. Так, Сергей Дмитриевич, пожалуйста. Только микрофон. Включил. Я, прежде всего, хочу поблагодарить Ольгу Евгеньевну за очень интересный доклад. Я, может быть, это просто мое невежество, но я не знаком был с таким поворотом темы. И
Вот мне показалось очень важным и интересным замечание Ольги Евгеньевны, что вот русская литература первого ли ряда, второго ли ряда, она не успела толком откликнуться на действительно присоединение, скажем, завоевание вот Центральной или Средней Азии Российской империи. Ну, может быть, потому что просто это еще времени прошло мало, а потом пошли русские революции, то все, и уже как-то было не до этого. И действительно, это вот такое интересное, важное замечание. И об этом вот стоило бы как-то, мне, во всяком случае, захотелось бы больше почитать и больше подумать. Вот действительно, почему русская, так сказать, культура мало откликнулась. Хотя, так сказать, наука русская, вот то, что этот пресловутый Саид испоганил слово «востоковедение». Собственно, ориентализм – это востоковедение. А он обычный, так сказать, термин превратил в ругательство. А теперь уже кстати, никто не уже... помнит этот обычный. На Западе, во всяком случае, уже никто не помнит этот обычный. Ну вот это большое преступление, я считаю, Саида. Это подлость. И я считаю, что нельзя это слово использовать как научный термин, потому что это вообще это его книжка, все эти его рассуждения, это не наука, а это жульничество, это демагогия. И нельзя не Саида возводить в ранг вообще какой-то научной фигуры, а слово ориентализм по-русски или по-английски или использовать как научный термин. Ориентализм – это востоковедение, и востоковедение – это серьезная вещь. Там всякое бывало, конечно, но в целом... И, кстати, вот русские востоковеды все-таки успели откликнуться. У нас был Бартольд, в конце концов, который задал мощный импульс изучению Средней Азии. Но вот действительно русская литература как-то не успела откликнуться. Это я впервые как-то вот услышал это, я не задумывался. Это действительно очень болезненная и очень важная тема. Что еще хотел сказать? То, о чем вы говорили, это вообще часть гораздо более широких таких компаративных исследований. Действительно, как сказал Сергей Николаевич, сейчас это очень, так сказать, горячие темы. Сейчас вот наши всякие такие говорящие головы говорят, вот западный колониализм, а вот Россия никогда. Россия только вообще, значит, всегда была, никогда не была колониальной, ну и так далее. А на самом деле, вот это тоже интересная тема. Ну, вы ее взяли в таком литературном отражении, ну, и, наверное, это можно углубить. Но это вот есть такое направление, которое называется сравнительное империеведение. И вот опыт России в Средней Азии, он может быть ближе всего к британскому опыту вот, в Индии. И тут есть какие-то сравнительные исследования, но довольно мало. Это... Ну, есть, не так уж мало. Не так уж мало. Нет, это хорошо изучено. Ну, может быть, я просто мало знаю. Но тут и шире еще. Российскую империю можно сравнивать еще и с империей Габсбургов, и с Османской империей. Тут свои интересные моменты. Вот то, что вы сказали, что Катков считал, что Российская империя как бы вредна русскому народу. Примерно то же самое можно сказать про Австро-Венгерскую империю относительно, так сказать, немцев в этой империи. Что вот немцы в этой империи, они проиграли. Они же, так сказать, соревновались с пруссаками, кто объединит вот, Германию. И вот груз империи не дал австрийским немцам объединить Германию, свел их как бы к второстепенной роли в германском мире. Какие-то есть аналогии и в судьбе турок в Османской империи. В общем, так сказать, груз империи и на турок давил. И они потом долго как-то пытались найти вообще какое-то собственное лицо. Так что это страшно интересно, и вот тут такие возникают компаративные
компаративные темы. Ну, поэтому больше мне, может, особо тут нечего сказать. Просто еще раз вас благодарю за то, что вы вот поднимаете такие интересные и важные темы. Спасибо большое. Очень интересно. И действительно, Российскую империю действительно существует довольно серьезная компаративистская традиция имперских студий, где сравнивается Российская империя и с континентальными империями, которые были ее соседями, как Османская империя и Габсбургская империя, и с Англией по преимуществу именно Средней Азии, управление Средней Азией. И это вообще был... Россия ориентировалась на британскую модель и на Индию, когда завоевала Туркестан. И шире. Она завоевала гораздо более обширные территории Центральной Азии, чем Туркестан, просто для сокращения. Не только, извините, Центральную Азию. Тут можно вспомнить русский опыт в Аляске, есть аналогии с опытом, так сказать, англосаксов в Северной Америке. Ну, историки последние десятилетия отлично работают над этим, и просто сплошное удовольствие использовать их работы в своей в литературоведческих студиях. Что касается, успела ли литература отразить Среднюю Азию, конечно, советская литература больше сделала. Да, это я хотел сказать, да. Но это уже было другое, это уже было, так сказать, ну да. Но вместе с тем это было продолжение некоторых того, что началось еще в Серебряный век, более широкое такое изображение Азии и интерес к Азии в эпоху Серебряного века. Но, конечно, Платонов, Николай Тихонов с его «Вамбери», рассказом «Вамбери», Платонов с несколькими произведениями, особенно «Джан», и Домбровский значительно позднее, да и много других замечательных писателей, которых отправляли в экспедиции в Среднюю Азию, и они возвращались или не возвращались, интересно, некоторые, и писали очень интересные очерки. Так что как бы 20 век восполнил эту лакуну, хотя уже в совершенно других обстоятельствах и совершенно другими идеологическими ситуациями. Знаете, я хочу еще рассказать просто историю, но она, может быть, имеет косвенное отношение, но все-таки это к вопросу об использовании слова «татары» в русской дореволюционной, так сказать, словесности. Я был знаком, вот такая была это Наталья Ильина, писательница, которая была из конечно, этой... Конечно, она детская писательница. А? Она нет, детская писательница. Да нет, она из Харбинской вот этой эмиграции. Не детская. Она потом... А? Ну она... да. А у нее была младшая сестра, Ольга, кстати, по мужу Лаиль. Вот она сюда приезжала, и она большую часть жизни, значит, родилась, жила сначала в Харбине, потом в Шанхае, потом во Вьетнаме. Потом вышла замуж за француза, жила во Франции, но сохранила и русский язык, и видимо, какую-то вот ментальность. И тут она пыталась, как, и, в конце концов, у нее это удалось, она свою книжку тут хотела издавать. И однажды она меня попросила, я ее привел в издательство вот «Восточная литература». Там главный редактор, такая Светлана Михайловна Аникеева, она бурятка с острова Ольхон. И вот я познакомился, беседовали. Потом она приехала там через какой-то год и говорит мне, вот вы меня познакомили с одной татаркой. Я говорю, с какой татаркой? Ну как же, вот мы же с вами были в издательстве. Я тут собрал. Я говорю, она не татарка, она бурятка. Говорит, какая разница? То есть вот у нее явно было сознание какое-то еще вот это традиционное. Все какие-то чучмеки, так сказать, непонятные, не русские, причем видно было, что она бурятка, монголоидного вида совершенно. Нет, она для нее была все равно татарка. Сергей Дмитриевич, Кюстин писал с удивлением, что во внешности будущего Александра II, тогда еще великого князя, нет ничего калмыкского.
Действительно, это возразишь. Ну да. Так, ну, калмык, видимо, для него был синонимом монгола вообще, может быть. Да, что-то такое здесь, в степях. Так, Ольга Борисовна, ау, до вас дошел черед. Да-да, но у меня буквально вот одна маленькая реплика. Я просто вспомнила, что вот такой очень хороший специалист, антрополог, профессор Нью-Йоркского университета Брюс Грант, он в свое время вот написал книжку под названием «The Captive and the Gift». Эта книжка вышла в 2009 году, но вот просто Ольга Евгеньевна наверняка ее знает, вот, но просто вот в книжке там именно вот эта проблематика исследуется, вот такие вот культурные истории вот, суверенитета, вот под заголовок книги «В России на Кавказе». И вот просто мне кажется, что ну, как-то было бы здорово, если бы вот аргументы вот Брюса как-то бы присутствовали в докладе. Они присутствуют, ну, прямо вот этот вот нарратив плена, он у него там очень подробно разобран. Спасибо, Ольга Борисовна, вы правы, совершенно. Он присутствует в расширенном варианте моей работы, где я сравниваю нарратив плена, кавказского плена и азиатского. Да. Ну вот я просто так и подумала, что так и должно быть, что как-то вот без этой книжки не обойтись. Разумеется, да, вы совершенно правы, спасибо. Спасибо, что вы напомнили о ней сегодня. Спасибо. Можно? А так большое спасибо, очень, очень интересный доклад, я просто вот с удовольствием послушала, спасибо. Спасибо вам. Можно реплику совсем маленькую? Вот, мне кажется, ну, стоит отметить, что есть такие этнонимы, которые как бы существуют в нескольких, как сказать, в нескольких ипостасях, да, то есть как вот русские для современного Запада, это ну, вот жители Советского Союза, включая там узбеков и многих других. И слово татары, насколько я понимаю, оно в европейских языках, ну, прошлого не могу точно сказать, имело очень широкий спектр значений. То есть вот если взять карты старинные, да, там Татария, там есть такое обозначение, и там та территория, на которой мы сейчас находимся, там тоже может быть названа Татарией. Вот. И вот такие расширительные использования этнонимов, они, по-видимому, по-своему значимы, да, поскольку они приводят вот к таким эффектам, когда, ну вот то, что Вера привела пример с Кристином, то есть они рождают ложное ожидание, да, что ты вот приедешь в Россию, так сказать, и там татар увидишь, там вот такого вот. Спасибо. Спасибо большое, это очень точно. Это была и Татария, и Тартария, и часто писалось именно как Тартария, и ассоциации с загробным миром. Вообще в путешествиях об этом очень хорошо писал Борис Андреевич Успенский, о том, что в путешествиях в Тартарию, в азиатские страны, это часто преподносилось как путешествие в загробный мир. Лесков, очевидно, это хорошо знал, и на этом частично построено описание плена. Флягин не может понять, он вообще жив или уже умер. И это, кстати, типичный, очень распространенный мотив в то время, в XIX веке, при описании татар. Вот, так что интересно только, что в принципе такое словоупотребление вышло уже, слово «татары» в таком расширительном смысле по преимуществу вышло из употребления во второй половине XIX века в связи с развитием науки, в связи с развитием антропологии, очень серьезных исследований, субсидируемых правительством российским. Но в некоторых контекстах оно по-прежнему употреблялось. И вот Катков, который
очень точно описывает обычно своих там статьях в московских ведомостях, очень точно описывает этническую принадлежность разных групп империи, много рассуждает про империю. Он иногда вполне сознательно называет всю Среднюю Азию татари. И часто это он как бы использует язык английской дипломатии, для которой вся эта территория Татария, а часто, то есть это как бы ироническое использование, а часто не ироническое. Так что всякие флуктуации в использовании этого термина можно проследить даже во второй половине XIX века, когда, как правило, никто настоящих татар, которые уже много веков не были кочевниками, никто не называл обычно татарами другие кочевые народы. В официальной прессе, в исследованиях. И все-таки флуктуации термина существовали. Кстати, еще можно добавить, что Толстой в «Кавказском пленнике», который, конечно, происходит на Кавказе, но тем не менее в «Кавказском пленнике» жители Кавказа названы татарами, без уточнений их национальной идентичности. И это сделано примерно по тем же причинам, что и в «Очарованном страннике», и в «Кавказском пленнике» Толстого, и в «Очарованном страннике» используют это рассказ человека низших сословий, человека необразованного о встрече с иноплеменниками. Толстой вообще написал «Кавказского пленника» для азбуки, для народного чтения, и рассказывает эту историю человек низкого происхождения, называющий всех мусульман татарами. Замечательно, спасибо. Так, еще есть какие-нибудь? У меня было короткое соображение опять по поводу Фенелона, но не обязательное, по-видимому, что если считать, что, так сказать, Флягин – это Телемак, то это Телемак без ментора. Очень хорошо, да. Это судьба его гораздо... То есть тому французскому было легче. У него все-таки его направляла сила, и при том даже и божественного чудесного происхождения. А этому приходится как-то самому, в общем, выбираться. Или Макс-самоучка. Ну, в общем, да, конечно. Да, сельф-телемак. Вот. Ну, тогда, если ни у кого нету соображений, то мы еще раз, я думаю, все дружно скажем Ольге Евгеньевне спасибо огромное и отпустим ее отдыхать. Вот. А сами, значит, скажем друг другу до свидания, до следующего раза. Спасибо. Спасибо, Вера Аркадьевна, огромное за приглашение и спасибо за интересную и очень полезную мне дискуссию. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всем счастливы. Дорогие коллеги, в следующую среду конференция. Следите за рассылкой. Начало в 11 утра. Советский дискурс. Будем. Все, счастливо. Пока. До свидания. Спасибо. Всего доброго всем.